Подожди, наш вебки Нет, мог. не мог играть, потому что у меня были планы. Так. Женя, я тогда Подожди, тебя... Ну, а если мутить еще Слава... Слава сам с собой типа будет базарить? Не, мы не будем мутиться. Ну, нам смысл мутиться. Я вас спрошу. Не-не, надо мутиться, ты че? А как мне... А как сделать-то нам такая? Я могу в другую просто перейти. Не, ну давай, давай тогда, давай нас так же просто Зарк замутит, как по-обычному, я ну не да. знаю. Просто а тогда не тебя будет, не будет стрим, слышно, тебя понимаешь? Стрим замученный будет, бро. Нет, почему? Как мне сделать, чтобы и меня, да, и... Да, он Вадю. Вот, вот эти два удара. А у тебя нету этого контр? Че? Ой, я не то нажал. Ой-ой-ой-ой-ой. Че, ладно. Я надеюсь, ему интересно. Верблюд просто заплёвывает. Просто плюет. Вадя, чё за Вадь? Он одну кнопку нажимает, братик. Ты слабый, спроси, блядь, чё за хуй. Нога прикольная у тебя. Как перестал плеваться сразу. Сейчас, сейчас, секунду, мне надо понять, секунду, я пока не понимаю. Блять, что-то так. Пошел, бля, Соник. Колобок опять взял колобка и этого. Так, слышишь, Вадь, у тебя, наверное, ячмень, вот он плюет на него, блин. Чтоб прошел. Еще головой добивает. Колобок! Бать завалился. Киберколобок! Сейчас. Теперь рассказываю. Надо просто понять. Надо просто понять, он вязает. Вадь, послушай, ты тут? Он вязает две кнопки, по сути. Вадь. Я размучу тебя, Слава. Да, брат, я понял. Смотри, короче, я сегодня захожу к Джонни. Да, да, войдите! Захожу сегодня к Джонни. Говорю, брат, короче, мне, типа, он мне говорит, ну там Вадя тренился. Он говорит, типа, у тебя времени реально, типа, ну, у тебя один час. Он мне говорит, бери Кана. Он мне рассказал историю, где чел выиграл, типа, мировой турнир одной кнопкой. Вот этим приёбом! Он мне сказал, что его нереально отбить, типа, если делать. Он сказал, типа, он на этом турнике играл, и он всех вообще выебал просто на Кана одной кнопкой. И он мне собрал колоду, короче, которая, типа, доджит все дальние выстрелы. То есть издалека я просто доджу все выстрелы, а сблизи я просто плюю и хуярю башкой. Что малыш? А? Не знаю, Матвей был. Это очень смешно, если честно. Я не знаю, как он мне сказал, что он тренировался 30 часов. Он говорит, я один танцев нет. Он говорит, бери этого перса, я не просто одну комбину сказал. Представь, чел на про-турнир приходит и чел одной кнопкой хуярит. Он мне сказал, типа, если он мне вот этот катализатор, он мне сказал, типа, ой, вчера, он мне сказал, я бы из лова отпиздил вообще в ноль, типа, на его рыбокопе. Да не, я бы стрелял. Нет, у меня скилл, брат, который доджит полностью все это. А ты видишь, Вадя вообще ничего не говорит. Что мне говорить? Ну, мне человек говорил про красивый финал. Вот красивый, брат, смотри. Фи!
Решим! Да не, ну я жестко играю, типа, я же говорю, что я жестко. Да плюй, да мне даже плевать не надо. Я реально жестко играю в эту. Я тоже, я, ну типа, я чувствую, очень жестко чувствую, как. А вы банили персонажа вообще? Как кнопки прожимать. Ну, может быть, нет. Ну, если я не чувствую, я вот так делаю. Окей, погнали. Ноль эмоций. Ну и душит, и кидает, и плюет, ну боже. Бля, просто, смотри, он его, блядь, я... ТП? Какая, за ножки ловит. Вот это вот с напрыжки. Перекаты какие-то. Бля, еще молоток взял откуда, с леса. Чел, горевать, я за тебя волнуюсь, блядь! Очень сложно. Вадь, я за тебя волнуюсь! Волнение, Вадь, иди туда, брат. Просто проблема в том, что... Я когда обратился к Джонни, он типа мне сказал, я не буду тебе палить, на ком он играет. А получается, он ему подсказал. На ком, брат? Не, так... ну он не искал, на ком ты играешь. Не, так я ждал... А, так я обратился к Джонни час назад. Ладно. Ты можешь, Вадим, покажи. Я научился за час, я титан с кровью киберспортсмена. Тут одно и то же происходит. Я типа хуй его знаю. Не-не, я сейчас не нажимал одно и то же, брат. Я всего 3-4 удара сделал. Мать, расслабься. Вот он, красивый финал. Так я же уже ничего не жму даже. Я сейчас вообще не делал один тот же удар. Это я в первом раунде первой игры делал. А, ты не пикнул вроде. Да все, чат, идите на плиз. Пожалуйста, вы меня только раздражаете, непонятно зачем. Бустер, возьми другого перса, я на скорпе умею еще. Ой, паучок. На. Погнали! Вот оно! Сейчас, вот сейчас оно развеселится. Бля, ну он вообще не дает пробить вот этот велосипед. Бля, уй, паучок. Блять, хуйню какую-то ебаную подобрал. Мне кажется, это слава против славы карта чисто, блять, он отвлекается на этом паука. Как он тебя слышит? Наверное. Файнл раунд.
Я уж сам ошибаюсь. Ой. У меня нахуя эта штука взялась? Да бля! Что за хуйня? Ебаные яйца, блядь! Яйца дважды заруинили. Меня тоже яйца подбирал. Ладно, хорошие игры, я погнал. Давай, спасибо. Давай, давай, давай. 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 Удачи. Вы скажите, типа, я мешаю вам, если что? Не-не-не. Брат, ты тут, Вадь? Да. Ты вообще в сильте? Да, все хорошо. Бля, злой ты с такого счета выиграл, блядь. Тебе главное, блядь, не тильтовать и все, нахуй. Бля, мне еще джет ебаный забанен. Такой чили, блядь. Слушай, а ты кого банил? Джейд. Не, Вадик кого банил? Скарпа мне. Чемпиона. Хорошая серия. Ой-ой-ой-ой-ой, два энчанта, поехала, ебать. Славу тоже, ой-ой-ой. Прям тяжело в углу. Хороший прикол. Его обоих фатал было. О. Окей, окей. Плотно, плотно. А вот такую хуйню, опа. Ой. Как оно? Я же ударил. У меня спека собрана. Какой счет? 4-0. Не, робокопа не буду брать. Да ну в пизду, зачем эта игра такая? Да не, ну у меня специально Джонни собрал колоду против робокопа и прочей хуйни. Против зонинга? Да, да, да. Он мне сделал скилл, который... Помнишь, ты спросил, как я ударил тебя во время огня? Я прокастовал вниз-вниз крестик, это типа, он такой, типа, что-то делает в груди, понял? И все удары насквозь него проходят, когда он летит. То есть меня, типа, эту хуйню вообще нельзя сдамажить ни огоньками, ничем. Ни рыбокопомскими выстрелами, ничем.
Слава, не пикнул. А. Блять, он опять пауков взял, крыса ебаная! Сука. Я на рандом нажимаю. А, это не пауки, блядь, я испугался нахуй. Если чё-то готово было, надо было мне джейт не банить хотя бы. И, брат, я час играл, ровно час, то есть это все за час. Какая разница? Ты можешь взять джейт? Уже нет. Можем ливнуть? Блять, только. Ой-ой-ой. Блять, как? Ебать, я же прожал эту хуйту ебаную. Сложно, сложно. Ну ты в шарике был, я думаю, в шарике не регает. Не, я же сделал вот эту хуйню, понял? Вот эту. Да, но вот в шарик. А, здесь проходишь. Ой, бля, ебаный труп, нахуй. Блять, ебаный труп! Да, у Вади два раза яйца, блять, заруй. Я тебе дам пизды! Оп. Ебать. Бля, ну ветер не по себе, нахуй. Просто у меня сложно просто все забить. Тут не твоя вина. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Оу, блядь. Жестко, я за него рад. Это пиздец. Сложно, пиздец. Ну ты очень хорошо сейчас поймал. Там вообще миллисекунда была просто ебанутая. Да, там пиздец тайминг ебанутый был, нахуй. Да не, я правда, мне очень сложно, типа, играть. Прям вообще пиздец. Джонни, если я выиграю, ты же не будешь мне Кана банить? Я подумаю. Да не, надо банить. Да не надо, Джонни, забей. Нахуй надо? Я тебе не буду твоего Шалкана банить или кого там, Шансун. О, я не... Да я за всех играю. Че, мне можно джейт один разок? Да, бери, конечно. Похуй, все равно приебуду меня джейт. Да ладно, я вчера злой так же выиграл. Там, блядь, в конце пиздец плотно залетело. Одна тур. Там пиздец реально микросекунду. Ой-ой-ой.
Бля, очень близко было НТ. Просто одно и то же, я не знаю, это так сложно. Я не знаю, как это дефать, блядь. Оп. Ну, он еще мне. В таких случаях мы делаем так. Как учил Джонни, блядь. Я думал, сейчас в таком случае делаем так, подлетает, и Ваня апперкот даёт, блядь. Тут я не знаю, правда, очень сложно. А постоянно одно и то же, я просто не понимаю даже, как да, это. Да, у тебя все равно сейчас, типа, тильт был, и из-за этого, да, типа, тут... Вообще, я вообще пиздец по ним. Ладно, сейчас. Че, сейчас со Славой? Да, давай, брат. Че, давай, буренько, пасую и приду.